Всем привет вам. Сейчас мы собираемся в Италию. Мы уезжаем через час где-то. И я решила, короче, снимать каждый день, когда мы будем в Италии. Мы будем там 7 дней. Потом я еду в Англию обратно. У меня каникулы уже заканчиваются. Я очень давно не была в Италии, наверное. Наверное, года 4, может, лет 5 даже. И у меня также там тетя живет. Я ее очень давно не видела. Мы там уже приедем, будет поздно вечером. И рейс у нас... 7 вечера, по-моему, вот, поэтому мы весь день собирались с утра, вот я уже упаковала чемодан. Я поеду вот в такой вот кофточке Wild Fox, она с таким, типа, там, лицо кошки, прикольная. А в моих Disco Pants, которые я всегда ношу из топ-шопа. И также я одену вот эту кофточку Wild Fox тоже, она очень приятный материал, такая теплая. И куртку свою одену, ну, пуховик, потому что в Москве холодно, в Италии, наверное, будет 20 градусов, но мне все равно мой пуховик понадобится в Англии, поэтому я вот так беру. В общем, мы первый раз, я не знала, что мы едем в Шереметьево. Мы сюда приехали, и оказалось, что здесь есть Коста, и я вообще никогда в Москве Косту не видела. В общем, мне срочно надо кофе из Косты, потому что я по нему так соскучилась. Я бы с Англии не пила целую неделю. Вот, в общем, да, сейчас, может, дадим чемодан, пойдем кофе попьем. Вообще, Шереметьево красивый аэропорт. Я даже не знала, что из Москвы такие есть. Я всегда из Мадеда летала. Tell me what you want. I wanna find out what you like.